is real. Attention DNB Radio fans. Just a friendly reminder to vote for dnbradio.com for Best Internet Radio Station in the National Drum and Bass Awards 2010. Get to voting at www.drumandbassawards.co.uk. Vote now. Детей. Фотки Линдси с новыми губами есть на сайте energyfm.ru в разделе «Новости». Новости. Привет, друзья! Мало кто в курсе, что сегодня прекрасный вкусный праздник – день рождения попкорна. В 1630 году индейцы познакомили американцев с этим лакомством, а в 20 веке попкорн обосновался в кинозалах, став их неотъемлемой частью. И прямо сейчас самые интересные факты о попкорне. Number 3. Начнем с не очень-то позитивной инфы. Ученые из Американского центра научных исследований говорят, что попкорн плюс газированный сладкий напиток – это суперкалорийная угроза для тех, кто следит за своей фигурой. Вообще, здоровому человеку в день нужно 2500 калорий. Ведро попкорна с газировкой, съеденное за 1.5-2 часа фильма, вбрасывает в организм 1600 калорий. Причем речь идет о емкости с попкорном среднего объема, а некоторые ведь предпочитают кингс. dnbradio.com for Best Internet Radio Station in the National Drum and Bass www.drumandbassawards. Привет, друзья! Мало кто в курсе, что сегодня прекрасный вкусный праздник – день рождения попкорна. В 1630 году индейцы познакомили американцев с этим лакомством, а в 20 веке попкорн обосновался в кинозалах, став их неотъемлемой частью. И прямо сейчас самые интересные факты о попкорне. Number 3. Начнем с не очень-то позитивной инфы. Ученые из Американского центра научных исследований говорят, что попкорн плюс газированный сладкий напиток – это супер.